Акция памяти под Петербургом. Российские и немецкие солдаты вместе ищут братские могилы, занимаются перезахоронением павших по обе стороны фронта. Вместе с поисковиками в походе участвовал наш корреспондент Антон Пономарев. В этом лагере поисковой экспедиции говорят на двух языках сразу, немецком и русском. Первыми в раскоп на месте заброшенного кладбища спускаются российские солдаты. Их партнеры по экспедиции из Бундесвера долго не решаются даже подойти к месту поиска. Я шокирован, тут столько погибших. Цифры это одно, но когда видишь все своими глазами, как тут на крохотном участке лежат сразу 200 человек, становится страшно. Здесь, в районе деревни Манушкин, находились госпитали медсанбаты советских войск. Сюда везли раненых со знаменитого Невского пятачка. Многих сразу приходилось хоронить. Верхняя одежда. Это говорит о том, что они не вынесли дорогу и умерли от ран при транспортировке с фронта.